P2P Solution Foundation ожидает, что в течение следующих 5 лет в 49 странах, обладающих большим потенциалом, реально достижимый объем целевого рынка пользователей, использующих безопасные цифровые транзакционные системы, составит около 725 миллионов человек из более чем 1 миллиарда пользователей реально достижимого объема целевого рынка и 1,5 миллиарда пользователей общего наличного рынка.